прошлом году выпускники третьей школы были победителями конкурса «Слава Созидателям». Героем их ролика был депутат Смоленской областной думы, директор «Атомтранса» Михаил Васильевич Лосенко. 12 октября он пришел на встречу с учениками 10 класса. Среди ребят единицы были участниками прошлогоднего конкурса, поэтому они очень внимательно слушали Михаила Васильевича и наперебой задавали вопросы. Где прошло детство? Его рабочий путь? Давно ли живет в Десногорске, а больше всего их интересовало, о чем он мечтал в детстве. Михаил Васильевич предложил ребятам поучаствовать в благоустройстве мемориала «Курган Славы» и заложить аллею деревьев. Со своей стороны он обещал помочь инвентарем, транспортом и саженцами. Другие ребята загорелись идеей участвовать в конкурсе в следующем году. Такие встречи подтверждают, что проект «Слава Созидателям» будет жить в нашем городе долго.